Але у нас є Аміра Абді в ефірі Guten Morgen. Це прекрасна танцівниця, яка зараз покаже вищий клас. І квітковий аромат її тіла ви зараз будете намагатися відчути. Поїхали. Так, расскажите же нам, собственно говоря, когда впервые появились восточные танцы, вот, и, или когда появился тот вариант танца, который вы нам только что танцевали. То есть вопрос, правда ли та миниатюра, которую мы с Юлечкой Калиновской показывали всем нашим зрителям? Ну, на самом деле это легенда, и вполне возможно, что правда, действительно, но считается, что истоки восточного танца все-таки в Древнем Египте, и уже позже цыгане... Кочевые цыгане, которые выступали на площадях и улицах, переехали в Османскую империю и принесли этот танец живота именно в Турцию, в Османскую империю. А я просто хочу научиться, ну, мало ли там пригодится 14 февраля в следующем году, вдруг я что-то станцую. Вот, что мне нужно для этого знать? Мне нужно отрастить живот или наоборот убрать живот, проколоть пупок, потому что говорят, если пупок не проколот, все, капец, танцевать не будешь. Ну, пупок не обязательно прокалывать. Да, на самом деле это не обязательно, но достаточно повторять упражнения специальные для мышц пресса, бедер, ягодиц. И я хотела бы пригласить свою ученицу, чтобы мы вместе продемонстрировали. Ой, как это можно сделать. Оксана ее зовут, да? Да. Оксана! Здравствуйте, здравствуйте. Можно ли с вами пообщаться? Возьмите, пожалуйста. А как давно вы занимаетесь, только максимально близко микрофон, вот, как давно вы занимаетесь восточными танцами? Уже 9 лет. Ого, вот это стаж. Все вопросы снял. А вот ему можно научиться танцевать танец живота? Есть просто другая легенда, которую я слышала, кроме пчелы. Про пчелу, это, кажется, Егор придумал. Ну, так что меня здорово покусать. Так вот, говорят, что раньше танец живота танцевали именно мужчина. И поэтому начал называться танец живота. Потому что у мужиков обычно же, ну, там, живот такой нормальный. От пива, от всего. Вот турки, они же люди, которые любят покушать. Все-таки all inclusive у них появился раньше.
раньше, чем мы о нем узнали. Вот. Но это правда, нет? Ну, в Османской империи танцевали и мужчины, и женщины. На самом деле были целые касты профессиональных танцовщиков и танцовщиц. Да, танцовщиц называли ченге, танцовщиков кочек. И до сих пор на Балканах танец живота называется кочек. И мужчины действительно танцевали, но я могу вас разочаровать. На самом деле мужчины эти все были определенной ориентации. Вот. И танцевали они как в женском облике, так и в мужском. То есть переодевались в женщин. А вот женщины танцевали только для женщин. То есть женщины публично не выступали, даже профессиональные артисты, а танцевали в гаремах. То есть их приглашали женщины гарема для того, чтобы они обучили премудростям женщин гарема для того, чтобы радовать султана. И вот потом уже женщины гарема танцевали. Амир, мужчины в Турции теперь не танцуют танец живота, потому что они переехали в Таиланд, потому что они переехали в Рио-де-Жанейро и там танцуют. У меня есть вопрос, на самом деле. Вот я не могу не спросить, воспользовавшись. Я услышал, мне просто действительно очень любопытно. Вот, касательно восточных танцев. Вот, перед тем, как прийти к нам в студию, Краймук слышал, что есть там, восточные танцы. Но, точнее, не восточные, есть персидские, есть турецкие. То есть какая, на самом деле, разница вот в самих восточных танцах, если говорить о танце живота, есть ли такая? Но на самом деле в Персии, если говорить о Персии, у них свой танец персидский, где основное значение имеет мимика, движение рук, пластика тела, но где нет вообще танца живота как такового. То есть движение животом в персидском танце нету. То это эротический танец. Кушайте. Спасибо. Вот это эротический танец, который мы привыкли видеть, это все-таки египетский вариант. Вот, да, то есть это египетский вариант, который потом повзаимствовали именно турецкие цыгане. То есть это не национальный танец Турции. У турков есть свои другие народные танцы, у персов свои. То есть в Иране танец живота называют арабский танец. И в Турции тоже его называют арабский танец. Это не национальный танец турок и персов. Хорошо, какой вариант танца мы сегодня вместе с вами сможем изучить? Эротический или не эротический? Ну, конечно же. В моем исполнении я понимаю, что это будет не эротически, но почему? В то же время. Если бы вы жили в Турции во времена Османской империи, если бы я был правильный для того ориентации, то, в принципе, могло бы все получиться. Да, ну, вполне, а поскольку... Да. Я правильная ориентация. Я девочка, я умею танцевать. Все, по крайней мере. Давайте сюда поднимемся. Я думаю, сюда. Если что, можете говорить чуть громче. Вот, у меня микрофончик есть, он нам поможет. Он у меня с какой-то стороны. Так, Егор, ты с Оксаной чуть выше поднимаешься. Да, Оксана, идем. Все. Идем, Оксана. Мне, наверное, нужно раздуться, правильно, да? Можно и нужно. Дубль два. Так, что потребно работы? И мы попробуем взять волну животом. Для этого нужно глубоко прогнуться, а затем втянуть живот. Я не знаю. А теперь можно добавить. Я не знаю, я глядачив, а мене це збуджує. І подчеркнуть красоту лица. Ми як би говоримо, посмотри, яке у мене красиве лице. Крутяк. Посмотри, яка красива грудь. Ой, яка красива грудь у Єгора Зоріна, вообще. Єгор, показуй грудь. І посмотри, яке красиве бедра у мене. Що? Тряска диафрагмы. Очень интересно. А при этом надо дышать? Боже, мне цвета как красота. Хочу в гарем. Хочу в гарем. Все. И вот теперь можно пробовать пульсацию животом. У меня выходит кисенька. Это нужно втянуть живот. А то все одно же видно, бачите? О, тряска, здається, у мене виходить. Боже мій, що ж мене труси. О, Боже мій, землетрус! Боже мій! Відчуваю. Після рахат лукуму особливо дуже кльовий фітнес. О, Боже.
Ну, якщо в якихось там вечірніх клубах, то це виходить саме так. Там вже ближче танці стоять, потім вже так, можна вас запросити, потім вже... О, Господи, я не можу! А це наші українські танці, так. Дуже гарно. Давайте знайомитись. Єгор, Оксана, дуже приємно. 9 років танці. До речі, як прийшла думка про те, щоб займатися танцями? Ну, мій брат займається бальними танцями. О, у вас сьомерка нормально, да, виходить? Ви знаєте, я також займаюся бальними танцями. О, Боже. Гідайтін! Тисі Кирчик, Дерім, Адин, Наташа Каліновська, Таркан Олександрович, Гутен Морген. Ради вітати вас на першому музичному телеканалі. Інакше кажучи, сьогодні у нас із вами, або у нас, а тому і у вас, неймовірний турецький ефір. Річ у тому, що 29 жовтня 1923 року так сталося, що дружня для нас країна Туреччина стала незалежною. До нас, а особливо до дівчат. Стала незалежною. Тому ми вітаємо вас із цією подією впродовж найближчих 2 годин із турецьким присмаком. Гутен Морген!